Вспомним их поименно, героев, оставшихся с нами. Тех, кто прошел сквозь горнило Великой Отечественной. Тех, кто десятилетиями ковал новый мир для нас, своих потомков. Федор Григорьевич ушел на пенсию из геофизики. В настоящее время ТНГ Групп. Когда началась война, он был совсем молодым парнишкой. Хотел стать топографом. Военное лихолетие изменило его планы, но после войны он вернулся к своей мечте. В декабре 1944 года, окончив Омское военно-пехотное училище в звании младшего лейтенанта, был направлен в город Львов на Первый Белорусский фронт, а победу встретил в 36 километрах под Берлином в группе советских оккупационных войск. Федор Григорьевич Сапожников, ветеран Великой Отечественной войны, с нами до сих пор. В этом году ему исполнилось 99 лет. И мы желаем ему, его родным и близким, здоровья и долгих лет жизни, а всем бугульминцам благополучия, мира, добра и любви. С Днем Победы!